Всем привет! Наверное, вы будете в шоке, но все имущество, которое у меня есть на аккаунте, подарили мне именно вы, подписчики, и я благодарен вам за все это. Короче, ну а пока я вам покажу, что у меня есть, подпишитесь на канал. Подпишись. Ну а чтобы у вас был стимул подписаться на канал, делаю для вас конкурс на косарик доната. Кстати, вот победитель с прошлого видосика. Для того, чтобы выиграть, вам нужно зарегистрироваться на голд-сервере на мой ник Алонсо Капелло и ввести мой промокодик хэштег Алонсо. После чего вам всего лишь нужно подписаться на мой канал с лайком и колокольчиком. Ну, досмотреть этот видосик до конца и написать комментарий. И может быть косарик выиграешь именно ты. Ну а теперь погнали к видосику. Приятного просмотра! Ты подписался или нет? Короче, пацаны, сегодня я вам хочу показать, как вы, да, именно вы, подписчики мои, прокачали мой аккаунт. В принципе, я не сильно много сил вложил в этот аккаунт, как вы, потому что очень много чего подарили мне вы и помогли, в принципе. Да, короче, до хрена чего для этого аккаунта сделали вы, и поэтому хочу вам сказать спасибо и показать, что же вы сделали. Давайте сначала зайдем в промокодик и посмотрим то, что наш промокод, ну, мой промокод, находится на 6-м месте. Не, ну это, конечно же, маловато, но все же неплохо. Спасибо большое за то, что вы 1100 раз активировали мой промокод. Я примерно получил лямчика 3-4. Ну и вот они у меня на руках. И потом еще за то, что вы 1000 раз ввели мой промокод и задонатили через него, я получил, знаете, сколько доната? Ну, давайте чекнем мой донат. Я, честно, сам не знаю, сколько там, я уже не смотрел давно, но тут уже 4000 рублей. Типа, ё-моё, это не так уж и мало. Давайте посмотрим, что тут. Управление промокодом, количество использований, и через мой промокод больше всего задонатили 50 тысяч рублей. Блин, ну спасибо большое, конечно же, очень большое спасибо. Благодаря промокодам я получил около 5 миллионов рублей. И благодаря промокодам я получил около 4 тысяч доната. Ну и что же дальше? С чего я дальше взял еще 5 миллионов? Давайте посмотрим. За то, что вы регистрируйтесь на мой ник Referrals. Давайте зайдем. Тут у нас, значит, есть вот такая вот фишечка. Достиг или не достиг? Тот, кто через мой реферал достиг 5 уровня, получил 50 тысяч. И я тоже получаю 50 тысяч, когда вы достигаете 5 уровня. То есть вместе с вами мы можем заработать 100 тысяч, и это реально изи. Короче, еще благодаря этому я заработал около 5 миллионов. И вот на руках у меня есть 10 лямчиков. И это все благодаря вам. Короче, спасибо. Ну а теперь давайте перейдем к кое-чему интересному. Ведь когда я только перешел на голд, ребятки, мне подарили вот такой вот домик подписчики. Я правда не помню, как зовут подписчика, который подарил мне этот дом, но, блин, хочу передать тебе, челик, большое спасибо, ведь этот дом находится прямо возле контейнеров, то есть вот тут вот. Как только мы спавнимся в домике, мы сразу берем тачечку и едем на контейнеры. Ну и, короче, реально, хочу, блин, аж язык заплетается. Хочу сказать большое тебе спасибо, челик, ну, за то, что подарил мне такую лютую хату пацанскую. Давайте зайдем вовнутрь, посмотрим то, что этот домик реально мой. И посмотрим то, что тут чисто пацанский такой у нас интерьерчик. Столик, шкафчик, печечка, посрать, поссать, пожрать и выйти отсюда. А, короче, теперь еще, пацаны, у меня есть тоже очень кое-что интересное. Один человек, который вступил в мою семью, он полностью ее обеспечил. Все машины, которые находятся в семье, подарил мне один челик.
Я вообще, конечно, был шокирован, когда он это делал. Давайте я загружу все тачки, типа вы посмотрите на это и, ну, это реально выглядит очень жутко красиво. Жутко красиво, да. Так, выгружаем эту сейчас. Оп, чикс не туда закрыть. Так, автопарк. Загружаем чикс. АФМ, автопарк, загружаем, я вам сейчас покажу, вы офигеете, пацаны, машин реально очень дофига, и это все подарил один человек, и может быть кто-то его помнит, это ник у него Kizaru Gold, по-моему, что-то такое, кто его помнит, пацаны, увидите его на карте и скажите, что он красавчик, типа реально для семьи подарил 7 машин, он потратил на это около 7 миллионов, и подарил мне все вот эти тачки. Типа люто, да? Ну, мне кажется, это очень люто, потому что два Мэрика таких реально приличных у нас есть. Audi, две Бэхи и Чироки, и еще и Volkswagen Polo. Ну, типа, я считаю, что это круто. Это реально круто, потому что, ну, посмотрите, сколько тачек. Посмотрите, сколько тачек. Посмотрите. Ну, блин, чел, уйди, да, я, блин, сделаю тут обзорчик такой. Ой, посмотрите, сколько машин. Это реально круто, это реально четко. Ну и, в принципе, это почти все, что у меня есть. Давайте посмотрим, что у меня там в инвентаре. Потому что в инвентаре у меня тоже есть сумочка. А, я ее не могу одеть. Классно, классно. Но у меня есть еще две сим-карты. И одна стоит у меня тоже крутая, такая неплохая. У меня есть 6466 и 8828. Ну, еще и две мелких таких. Номер какой-то на машину. Тоже неплохой, 228. Ну и, в принципе, это все, что у меня есть на аккаунте. Ну, пацаны, блин, как-то так, чё ли. Представляете? И все это имущество благодаря вам. Блин, я уже сотый раз хочу сказать вам спасибо и говорю, короче, спасибо. Ладно, ребят, с вами, как всегда, был Алонсо Капелло. Благодаря вам я накопил имущество примерно на 25-30 миллионов. И, короче, всем удачи и всем пока.